Сейчас идет эвакуация, да, мирного населения. Мирные жители идут, точнее еще эвакуируют. Бои идут за Чернухина. Погоди, пока не пуляем, пока гражданские не надо. Далеко. Ну, дальше стоят. Дальше пуляем. Да. Сюда. Наши стоят. Дальше танк. Подсольника можно достать. Наши бойцы эвакуируют в Жанске, в Бетере. Бабуль, отдохни, водички дадим. Вот именно, что тут. Кошмарили, сегодня приехали, блин, нормально было, вроде все спокойно. Мирных жителей... Второй на подходе. Мирных жителей выпускали, блин. Но дело в том, что БМПХ укроповская, она стала за мирными жителями и открывала по нам огонь. Ну, а там дальше, блин, поехали дальше прикрыть мирных, чтобы мирные хотя бы за танк зашли. Ну и в конечном итоге наш танк наехал на мину. Ну и дальнейшие действия, пока новый танк не дадут, будем помогать пехоте. А что делать? Нет, они просто мирных жителей. Они их собрали в кучу, потом их пустили вперед, вышла бэха сзади. И когда только мирные прошли мой танк, я подорвался на мине, по мне со всех сторон открыли огонь. Я, ну, еле ушел, экипаж, слава богу, живой, поэтому все нормально.